много работы. Сейчас запустим часы, и счет пойдет на дни и секунды. Но мы сделаем все, чтобы грандиозные праздники следующего года, и Новый год, и чемпионат мира в Новосибирске прошли отлично и порадовали и жителей нашего города и региона, и, конечно же, многочисленных гостей, кого мы с удовольствием будем принимать. Очень рада и горжусь этим. Ну, это же такое событие, все-таки наш город выбрали. Это гордость за наш родной город. Всех ждем, всех примем с теплом, всех болельщиков, да, из других городов, стран, конечно.